мы сейчас рассмотрим пример, когда можно вот эти четыре линии соединять. Все это будет на 16-й, такой небольшой пример. Тональность ля, ля дорийский, будет фа диез. Начинаю от ля. И потом я играю первый пример, как первая линия. У нас были вот такие движения. Только здесь я играю на хроматику. Затем у нас идет как четвертая линия. Мы скачем через струны. Потом играем вторую линию. Все это можно посмотреть в моих уроках. Вот такая вот секвенция. Опять играем как в четвертой. Четвертой линии через струну скачем. Затем играем как в третьей линии. Как первая линия, только с хроматикой. И опять как первая линия в обратную сторону, если там посмотреть. И в концовке играем вот такую. Это пример, как можно соединять все эти линии, не играть только одну секвенцию. У нас получается, что мы соединяем 4 секвенции, просто применяем дорийский лад.